Так, в ходе рейдов за 6 месяцев было выявлено 422 неплательщика. В отношении них были составлены административные протоколы по статье «Уклонение от исполнения административного наказания». Она предусматривает выплату штрафа в двукратном размере, административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. По решению суда 46 водителям назначен административный арест на срок до 15 суток. Более чем на 200 водителей наложен административный штраф в двукратном размере. 12 водителей привлечены к обязательным работам. Госинспекция безопасности дорожного движения напоминает, после наложения штрафа на его оплату есть 60 суток. Сделать это можно как в терминалах и отделениях банков, так и через сайт госуслуги.ру.